Валерий, где это мы? Это же новый дом Гренни! Класс! Ничего себе! Бабуля! Привет, внученьки! А я вам пирожочков испекла! Какая-то она сильно добрая! Подозрительно как-то! Давайте! Ой, стой, это зеленая жижа! Какой подождите! Бассейн. Не беги туда на всякий случай, постой! Может он какой-то токсичный? Постой, ничего не делай! А, смотрите, они попадали в нее. Ребята утонули. Не да. Выбежать. А, нет. Там Гренни. Ребята. Она быть не может. Она не может дойти. А, нет, она зашла. Побежал меня. Они вокруг тебя. А, нет, смотри, здесь, кстати, очень классная фишка. Можно друг другу помогать и спасать друг друга, ребята. Привет. Привет, друзья, вы на нашем канале Рыжка Плей. Ребят, у нас сегодня Roblox. Я наконец-то уговорила маму поиграть в бабульку. Новая локация Roblox. Я на первой. Так, о, Валерий, хорошо. Новая локация, гляньте, какая люстра. Вау, подождите, это что, новый дом? Бабуля разбогатела. Бабуля переехала. Серьезно? Это ее новый дом, красивый, да. Огромный. Классно, гляньте, как тут здорово. Вау, какая... Смотрите, она действительно в каком-то теперь замке. Ой, мальчик замке. Висит, ноги торчат, видели? Да, да, кто заметил, кстати, ноги, ставь лайк, так, ты так, очень так. Внимателен, вниз. Значит. Спускайся вниз. Так, Валерий, наша так, задача. Так, Валерий уже есть кусачки. Так. Тогда мы будем вниз. Сейчас во тебя двор. Поддерживать. Здесь во дворе дверь, здесь нужно бежать со двора, а не из дома. Здесь... Ух ты, я, если честно, еще не играла в эту локацию Роблокса. Давай попробуем сюда, здесь так. За калиткой может быть что-то есть. Давайте, пробежимся туда. Кто-то вообще посмотрим. Уже... Что вокруг дома? Здесь должны быть где-то двери. О, это было! Ура! Подожди, бери. Зеленый так, ключ. Кусачки бросаем. А, тебе нужно собрать бросить. Несколько ключей да, в этой там, игре. Да, там, по-моему, два или три ключа. Да. По-моему, от три. Входа. Два, три. Два предмета брать нельзя. Да. Валерий, ты не можешь взять сразу так, два. Надо ключ бери ключ, взять. Кусачки тебе пока не выбери надо. Выбери что-то одно, потому что... Так, то... Кстати, а как они найдут, ребята? Она же оп. За дверь закинула, видите? Как да. Далеко закинуты кусачки. Надо... А найдут. Так там вот, же и ключ. Если что, а Валерий, он... вернешься, да, если тут что? Каждый игрок берет свои предметы, те же самые, которые можем и мы взять. Ребята! Давайте тогда там... скорее идем к двери кстати, использовать. Тут... Ребята, кстати, тут молоток очень в тайном месте запрятан. Вон он наш! О! А, высоко где-то? Круто! Это высоко так классно, что ты уже нашла его. Ну смотри, тут как-то, по-моему, никто ничего не делает. Ну, мальчик, да. Он стоит, смотрит. Стоит мальчик, на молоток, смотрит. Ребята, мальчик, открывай дверь. Ваша задача делай всем вместе. Вот, фиолетовый. Фиолетовый ключ. Так, у нее так, фиолетовый нет. Ключ. Валерий, ты что, хочешь до молотка допрыгнуть? Да. А у тебя не получится не его взять все равно, невозможно. Валерий. Валерий, давай уже, наверное, ключ используй, а идем. Потом уже... Вон, с девочкой, о, идите, ребят. Фиолетовый давайте. Ключ. Ой, а стой, это зеленая жижа. Воу, какой подождите, бассейн. Это... Не беги туда на всякий случай, постой. Может, он какой-то токсичный? Постой, ничего не делай. А, смотрите, они попадали ребята в нее. Ребята утонули, нельзя, да. Горел нельзя в него. Без правильно, да. В бассейн прыгать нельзя, он забирает, наверное, твою силу. В бассейне нужно, наверное, как-то спустить воду, там на дне что-то было. Без может быть, там тоже ключ, ребят? Да, там ключи. Да, наверное, там ключи. Так, Валерий, ты какая-то очень медленная, давай, не, ребята, ты осторожная Гренни, просто. Ребята, ты где? Так, пока нет еще нашей бабули, давай еще посмотрим бабулечка. Дом. Бабуля, ты где? Люстра шикарная, потолки очень у нее красивый, уже. Очень красивый, вообще весь интерьер поменялся. Бабуля, ты ребят, где? Ну помните, наша бабуля действительно разбогатела. Как вот она оказалась? Как она там оказалась? Убегай ага, смотри, она ищет тебя. Как она оказалась? Не она знаю, давай скорее упертая. Отправляйся за ключами. Мама, она там стоит, в дверь упертая, что-то делает. Она, по-моему, тебя заперла. Валерий, ты где-то в другом месте. Вот она идет. Осторожнее, давай скорее пробегай, она тебя не заметила. Опа, она отбегай. Бежит, она бежит за тем это мальчика. Кусок ружья лежит, вон дверь. Давай, вон она, Валерий, дверь. Валерий, привет, беги, там, Гренни, мальчик. Мальчик, привет. Он мальчик молоток, он уже взял молоток. А, тут это какой-то не тот выход. Подожди, а ты куда бежишь, это Валерий? Это не ворота, нет, это не они. Вообще. Давай, наверное, туда. А, там Гренни. Подожди, аккуратно, зачем же ты бежишь, где она? Вот красный ключ. Она тебя видит, Валерий. Да, это костер, как у Балди, ребята, гляньте. Серьезно? А что это такое? Это Гренни Кемпинг, это крантик от бассейна. А, тогда мы при помощи него спустим воду, ребята. Дай, возьмем ключ. А, Гренни, беги. Вон, скорее, давай сюда, вот бассейн. Видели, Гренни тоже костры палит. Да. Она тоже... И дрова собирает. Мне кажется, это ее загородный домик. Красивый загородный дом. Точно. Все, Валерий, молодец. Вода там супер. Ребята, там синий ключ, я видела, он прям в бассейне. И зеленый тоже. Зеленый да. Кто-то тут уронил, наверное, когда утонул. Да, и вон еще один. Желтый. Ребята, берите ключи скорее. Ребята, разбирайте, пока спустили берите. Воду.
А зачем ты? А, подожди, она идет за тобой. Давай сюда. Капкан. Бежим. Она капкан. Уже наставила тут своих ловушек. Капкан закрыли. Капкан ушли, обошли. Давай, ребята, осталось ребята, немножко времени. Так, Гренни. Давайте бежим. Гренни. Ребята, у нас есть 5 минут, чтобы убежать. Ну, это вот достаточно мало. Но наша да. Гренни сегодня очень в хорошем настроении. Она добрая, она хорошая. Она палит костры и жарит шашлыки. Бабуля сегодня на пикнике. Может быть, даже ребята, нам удастся сбежать. Надо только фиолетовый синий. Приглашает ребят собирать смотрите, дрова. Смотрите, машина. Ребята, самый главный ключ это фиолетовый и зеленый. Давайте посмотрим. Вон они уже. Вон, да, ворота. Фиолетовый и зеленый. Так, вон. А зачем нам ключ-карта, кстати, она а была? А зачем красный ключ тогда был? Так, есть один замок. Молодец, Валерий, вон она. Ребята! А, тут ребята бегают. Ребята, где есть зеленый ключ взять? Там же был. Интересно, что в машине? Ну, кстати, очень мало ребят помогает, на самом деле. Вы должны все вместе бегать. Ну да. Берем потому зеленый. Что, ну, Валерий, он все ключи носит сама. А эти ребята просто бегают и дрова носят, наверное. Ребята, помогайте, иначе все вместе да. нужно. Сбегать нужно, ребят, только когда вы все вместе. Так очень сложно одному. Ну да. Хотя бы бабулю отвлекайте. Там была ключ-карта. Ключ-карта да, тоже есть. Нужна. А зачем она нам нужна, если нам... А, кстати, а зачем она, и правда? И правда, в двери нет. Может быть, здесь есть 2 выхода? А действительно, может да. быть, есть 2 закрыто. Выхода? Закрыто! Надо тебе нужно... Надо этот... отвинтить. Нужен этот плоскогубцы или нет? Нет, удачный ключ. А, убегай! Осторожно! Привет! Привет! Все, теперь я. Все, мама, давай. Я попробую. У меня уже есть желтый ключик. Я открыла уже, смотрите, машины. Это, наверное, от той двери, от второй ключи, ребята. Смотрите, у нас есть еще вот такой ключ. Ключ от сундука. Смотрите, там прям барбекю было. Мне прям аж захотелось пойти покушать. Мама. Так, бабуля за нами бегает, а я пока сейчас... Ребята, 40 секунд, ребята, мама, делай что-то! Да как это? Вон, девочка спряталась за сейфом, ей вообще ничего не надо. Вот, плоскогубцы! Есть, мама ключ нашла, беги быстрее, 30 секунд! Это как раз для того, чтобы отвинтить то, что... Открыть ворота! Валерия, выбежать! А, нет! Ребята! Она открыть не может! Она не может зайти! А нет, она зашла ко мне! Что, сиди тихо! Она меня сейчас найдет. Она тебя видит. Все, Валерий, беги. Валерий, бегай ты. Бегу, бегу, бегу. Я пряталась как могла, ребят, но она все равно меня нашла. Гренни, отстань от меня, пожалуйста. Сейчас Валерий попробует открыть все. Бабуля, уйди. Все секретные бабуля, замки. Бабуля, ай, так, бабуля. Вот красный ключ у машины. Мы смотрите, это от двери. У нас было... От ворот. От ворот, последний да. ключ от ворот. Да. У нас там красный был замок и зеленый. Зеленый а там мы... ключ-карта была. Крыли? Зачем ключ-карта, кстати, ребят, пишите в комментариях. Да. Мы до сих пор не поняли, кстати, для чего она. Она другой двери, наверное, 2 выхода. Она идет к тебе, Валерий, вау, пробуй. Она ставила сколько? 4, она поставила западни. Не попадись. Ты сможешь сбежать, не попасться да. ни в одну? Наверное. Попробуй, прыгай. Ну! Нет, я попала. Попала? Ай. Ну, может, ай, ты успеешь. Может, ты успеешь. Успею. Ну, пожалуйста. Ура! Молодец, Валерий. Я сбежала, папа, теперь так, ты. Я играю за бабулю. Папа, бабуля. Так, дети, я у себя хожу по большому двору. Папа. Где вы все дети? Вон, кстати, папа. Еще выход был, ребята. Вот этот выход тоже можно сбежать. Мама, бежи. Папа, признавайся. Сколько детей? Да. Так, девочка, стой. У тебя красивый веночек. Молодец. Посиди, отдохни. Так, ты их всех это, садишь, чтобы они это, отдыхали у тебя да. в загородном доме. У тебя тут написано, сколько ты... Сколько это бабулин кемпинг. Сколько ты ловишь? Вот ты написано там череп и один ты поймал. Подожди, о, а что? Я в своем бассейне могу даже поплавать. Череп? О, смотрите, бабуля ныряет в зеленую какую-то странную жижу. О, так, может быть, это бабуля заносит ключи туда и прячет, а? Да. Признавайся, не бабуля. Знаю. Это ты делаешь? Да. Не делал я такого. Это я-то. Так, Валерий, надо попробовать сбежать от папы, потому что мама, он нас давай. Сейчас точно поймает. Так, мама, давай, я... девочка, девочка. Кстати, бабуля здесь очень медленная. Я вот реально, если хожу. Так вот бегать... Так, Валерий, ты где? Возле за ребенком, его не догнать. Да, я фиолетовый ключ нашла, иду открываю. Попробуй дверь. Открыть, пока там бабуля бегает за кем-то. Это кемпинг, гляньте, у нее тут костер. Да, ребята, все, давайте. Мама, ты отвлекаешь ее там? Балди не ну, хватает. Я подсматриваю, папа еще бегает за другими ребятами, поэтому спокойно иди к двери, открывай. Хорошо, мама, а ты где? Вон еще быстро. А, ребята, не знаю, папа. Невозможно мама, догнать где? Детей. Это круто вообще, я очень получается. Медленный. Эта игра создана для того, чтобы ты всегда мог сбежать. Попробуйте, кстати, мама, эту новую локацию, где? Если вы не играли еще. Мама, ты где? Да я в доме там спряталась. О, девочка, ну я уже близко к девочке, девочка, девочка. Она, по-моему, сама тебе поддалась, да, вот поддалась. Честно. Они подходят к тебе сами, они вокруг... Ау, обижал меня. Они вокруг тебя. А, нет, смотри, здесь, кстати, очень классная фишка. Можно друг другу помогать и спасать друг друга. Ребята могут.
Если вы меня поймаете, например, ребят, ну, если меня поймает бабуля, вы можете подбежать ко мне и меня как бы оживить, грубо говоря, помочь мне, спасти, полечить, правильно. Валерия, она в дом идет, аккуратнее. Так. Она сейчас к тебе придет. Ребята, где все? Не могу никого найти. Быстрее на второй этаж, Валерия, на второй этаж беги. Так, она... я убежала уже на первый этаж. Так, да, спрыгивай. То есть ванна, ребята, во двор, во двор беги. Не принимает душ. Ванна, никого нет. О, дырка в стенке. Кто это сделал, признавайтесь. Кто это пробил, ребята, так, кто так, пробил? Так, мама, я на втором этаже. Девочка утонула, молодец, купайся в бассейне. Ай, она попалась бабуле. Ребят, ну если вам понравилась эта локация, мы можем еще в нее поиграть. Тебе нравится этот дом? Кстати, какая вам больше всего нравилась? Школа, дом или вот этот? Мне интересно. Загородный тебе кемпинг. Этот дом больше всего нравится? И школа тоже. Школа тоже была прикольная. Угу. Мы были очень первый рады. Дом был классный. И ребята. Офис. Самый настоящий ее первый. И ребята, офис. Подписывайтесь на наш канал, будем очень рады. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые серии. И спасибо за вашу поддержку. Любим. Всем пока-пока.